Дамы и господа, товарищи, друзья, я снова приглашаю вас на сайт нашей городской газеты «Маяк» по адресу www.mayak.ru, потому что вот в этом материале, на нем, очень четко видно мой дом. Вот это улица Солнечная. Справа это 15-й микрорайон нашего города Сосновый Бор. И вот этот первая девятиэтажка, кораблик, это мой дом. Моя квартира на 6-м этаже его 4-го подъезда. А вдали вот это вот видно Галичинское озеро. В материале нашей газеты «Городской маяк» виден мой в 15-м микрорайоне дом. И Калищинское озеро видно в нем вдали. Оригинальным в этом доме занимаюсь я трудом, напоминаниями в клипах им пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Я вставляю всем людям в мире фитили. Да, с огромным удовольствием.